Сейчас, пока настроится еще один коллектив, хочу поблагодарить художников. Вот если вы видите этот слайд здесь, и вы увидели нашу графику, была вот у вас на флайере есть, у нас на сайте есть. Вот это красное этот логотип. Его сделали ребята из группы Doping Pong, которые тоже предложили свою помощь. Когда узнали, что происходит, и то, что вот я начинаю кампанию в поддержку Артема Троицкого. Так что большое спасибо, это Дима Мишенин и его друзья.